Всем привет, ребят! Так, я здесь разбираю продукты. Папа поехал за Каролиной. Девчонки сейчас придут со школы. Мы приехали только что из магазина. Погодка у нас. И ночью, и утром шел снег. Сейчас начинает подтаивать опять. На улице холодно. Не знаю, как по мне, так это холодно. Уже привыкла к тому, что у нас было тепло. Уже начало теплеть. И тут на тебе вот такие вот морозы, -2. Поэтому для меня, конечно, это холодно. Пойдем гулять? Гулять пойдем? Смотрите, у нас уже шерсть везде валяется. Вот сейчас начинается линька. Везде будет шерсть. Да, Бонь? Боня сегодня вышла на улицу утром. Трава была вся в снегу. Она не поймет, что такое. Почему опять снег? Не хочется ей особо по снегу ходить. Будет ли расти травка? Не знали мы, что будут такие заморозки. Давай, давай, делай свои дела. Что там у тебя за рулон? А, да, Миш. Ага. Так, Ксюша себе хочет сама сделать омлет. Да? Не, а все. Не все же кушают омлет, Маргарита не кушает омлет. Привет. Привет, омлет. Чиханула. Так, я салатик нарезаю. Мама! И вчера осталось еще. Шика-шикала! Зажигай! Мама, смотри, попи! Да, ткни туда кулаком. Миша, включи, Маргарита. А сейчас мы будем пробовать новые мочи. Это какой-то матча. Оно соленое. Ну это карамель. Какое соленое, не соленое. Девчонки пробуют с карамелью. Это матча, не знаю, что это такое. Лимон. Так, малинка. Это чай. И еще лимон. Это не малинка. Вот лимон. Это малина. Не выкидывайте это мне, оставьте. Точно. Там и. Не выкидывайте коробки, Ксюша собирает. Мы большие. Очень вкусно. Очень вкусно. Сейчас я попробую лимон. Это лимон. Карине не нравится с лимоном. Мама, мое самое любимое это манго. Это манго. Писташки. Писташки и кокос. Писташки. Что, невкусно? Что, правда? Что, верно? А зачем они туда делают? Verde. Мама, так. А зачем? Sin azúcar. Es como comerte verde esta wea. ¿Quién se le ocurrió hacer esta mierda? Фу. Что же хочешь? Тебе не понравится. Ну, там не было кокоса. No, Max, no. Мало. Она нет, не было. Там были только новые, стареньких не было. Это iced tea. Он горький. Только, мне чай не нравится. Если хочешь, не ешь. Смотрите, сколько она уже собрала этих коробочек. Вот эти одинаковые, я ей говорю, выброси одинаковые. Он уже зашел туда. Рики, Рики, Рики. Рики. Мы пробуем его брать в ручки, только в перчатках. Я вчера брала. Он покусывал, знаете, даже я, когда я сказали, что нужно руки помыть, потому что бывает такое, хомяки кусаются, когда руки едой пахнут. Я руки помыла, и все равно он тянулся кусаться. Правда? И он, знаете, он ведь не боится нас. А-а-а. Он не убегает от нас, ничего. Он идет, садится на руку. Только когда в перчатки вот мы берем. И столик. Зачем? Нет. Говорят, он должен сам выходить, не нужно доставать. Когда выйдет тогда, потому что когда ты его начинаешь доставать, ему это не нравится. Он... Ты сюда хороший. Вот, видите, он не боится, он сам выходит, он сам на ручку садится, но почему-то вот он кусается. Теперь ручку просто не бери, а руку ему подставь, он в нее залезется. Вот. Видите, он сейчас залазить будет туда. Не боится. Вот. Привет, Рики. Так он каждый день его брать, периодически, он должен привыкнуть. Кики спит. Когда она выйдет, мы ее возьмем, ладно? Не нужно будить. Ходит себе. А когда мы переедем, мы купим еще одну, да? Еще один купим аквариум.
Будем их разделять по разным аквариумам. Сейчас пока вместе. Когда он вырастет? Вот он, мальчик такой хороший. Пони. Рики? А Кики спит. Кики потом выйдет, мы ее возьмем. Тут я, папа, смотри. Пони, смотри, вот, вот. Да не видит она. Она хочет его чмокнуть. Давай. Потом в подвал пойду за коробкой. В подвал пойдешь? Mm-hmm. Маргоша решила вещи потихоньку собирать. По коробкам, которые ей не нужны сейчас. Которыми она не пользуется, сразу по коробочкам. То, что не нужно, выбросить. Да? Захотелось клубничку. Еще бы мороженое было бы еще круто. Да? Mm-hmm. Нет мороженого. Mm-hmm. Девчонки принесли слайм с подвала. У нас вот такой вот кусочек оставался, и посмотрите, крышка открылась, видимо, и он прям вот засох. Он рвется, видишь, смотри. Тащили коробки, да? Ты, Ксюш, ты тоже будешь собирать? А, скажи папе, что он еще коробки. Еще привезет. А, ну эти очень маленькие. Ну они для таких, а для мелочей. Что-нибудь там, посуду сложить можно туда удобно. Чтобы сильно тяжелая коробка не была, а то огромные коробки, они же, если набьешь, потом не подымешь их. Отсюда все уже. Точно все? Да. Верно. Тут у меня все блокноты. Да. Угу. Тут у меня еще есть это. Тут вот эти я все оставлю. Тут у меня вот этот кейс. Я его не буду. У тебя этих коробок от айфонов? Что там у тебя еще? Тут вот эти тоже все это складывай. Сюда? Да, конечно, бутыльки все. Ты ими хоть пользуйся, а то срок годности выйдет. А у них нет срок годности. Есть. Откроешь один год после открытия вообще, по идее. Я просто как-то кладу. Видишь, у них у всех 2 года срок годности. Один маргаритин. Вот это, наверное, просто получится. Ну там, если у тебя будет свой туалет, будешь себе все эти ставить. Я сейчас в туалете еще возьму. Было бы замечательно, чтобы у каждой комнаты был свой туалет. Да. У тебя как дела? Что там собираешь? Я сюда хочу что-нибудь положить. Если ты не пользуешься, пока уйду. Нет, у меня один там стоит. Ну вот. Тебе нужны эти книжки, которые не нужны, сразу убирай. Так, все помещается. Ну, а вообще вот. Супер. Вся полка у Ксюши поместилась. Ну, тут еще почти. Есть. Водичку нужно добавлять, витаминки, Ксюш, обязательно. Ну, я не понимаю, сколько. Несколько капелек нужно добавить, и все. Это какой класс? Это еще там, в другом? Да, Трин. Четвертый или третий. Так, вы уже до тумбочки добрались. Вот полочки. Это мусор, вот это мусор. Там много мусора. Надо. Перебирать это сколько. Надо. Сразу выкидываете? Это груши и сахар. Или в пакет? Пакетик. Для мусора. Ну, где? Что там? Канцелярия? Давай. Ты? Угу. У тебя все еще целые здесь. Да, бурлямбрди XOXO. Это... Посмотри, вот как я поломалась. Угу. Не нужно. Это можно прогладить еще. Она приклеится вот с этой стороны. Так. Прогладить. А, вот так. С этой стороны прогладишь, она опять приклеится. Это крестики-нолики? Угу. Ребят, смотрите, что мы нашли. Это письмо. Девочкам писала подписчица. Посмотрите, она отправляла наклеечки. Вот такие вот красивые. Бабочка. По-моему, еще были наклеечки, да, или да, нет? Еще были. Еще были, они куда-то наклеили их. И вот письмо. Так, вот она пишет. Привет, меня зовут Полина, мне 12 лет, я учусь в 6 классе. Представь себе, сколько ей сейчас лет. Я не знаю, смотрит она вас или нет. Полина, если ты смотришь, хотя не знаю даже. Ей на тот момент, смотрите, письмо она отправляла 2016 года. Мне там было 6 лет. 2016 год, а сейчас 2021. Сколько? 5 лет. Ей было на тот момент 12. Ей сейчас 17. 17? Ей сейчас 17 лет, ребята. Она писала письмо, когда ей было 12. Я очень люблю смотреть вас. Вы очень классные. Это когда, как вот, как Маргарите сейчас, ей было 12. Мне очень нравится вести про вас группу. Интересно. Я рада, когда вы отвечаете мне на сообщения. Хочу когда-нибудь увидеть вас. Вы живете далеко, грустно. Люблю вас. Напишите, как придет письмо. Я помню, что я и написала ей, что письмо дошло. Интересно, Полина смотрит? Полина, напиши нам, пожалуйста. А что, если она смотрит? Мне так интересно. Вот ей сейчас 17 лет.
Кто нас будет в 17 лет смотреть? Ну, смотрят и постарше. И в 20 лет смотрят. Я не знаю, напиши нам в Инстаграм. Там очень много сообщений. Я ей писала, я говорила адрес, когда мы еще жили. Это старый адрес, мы там в старой квартире жили. Вот, я давала ей адрес, она написала. Я уже не помню в Инстаграме, если я найду ее сообщение. Представь себе, я вообще 5 лет уже прошло. Ксюш, у тебя уже 2 коробки? Ага. У нее уже 2 коробки полные. Молодец. А у тебя? А это нам нужно? Шкатулка хорошая, мне кажется. Может, Каролине понадобится. Много чего можно сюда сложить, между прочим. Я решила сразу убрать все кнопки, чтобы мы их по коробкам и чтобы по 20 раз не доставать. Так, еще одна. Ты ее вешать потом будешь там? Конечно. Все тут. Да нет, я же ее выброшу. А это волосы ставить. Кролика. Так, у нас уже сколько коробок готово? 1, 2, 3, 4 коробки, да? Да. Ну вот, видите, уже. Уже что-то убрали. Ксюша, почему не снимает на свой канал? Потому что у нее компьютер. Да, нет, сам компьютер нормально, но монитор. Да, нужно покупать новый монитор, поэтому она Майнкрафт сейчас не снимает, не играет. Я сейчас буду готовить ужин. Сегодня у меня вот такая вот картошка. Я ее, конечно, сейчас почищу. Картошечку в мундире и рыбка. А потом я это все в духовку. Класть рыбку, только ее нужно тоже посолить, поперчить. Как раз помещается. Вот так. Бонни, где гуляй? Так, мы будем ужинать. Я уже вытащила. Посмотрите, какая красота получилась. Как это все аппетитненько выглядит. Я уже попробовала рыбку, готова она или нет. Вкусно. И картошечка. Так, ой, Макса нет. Макс к другу ушел. 1, 2, 3, 4. Нас 4 сейчас. Приятного аппетита. Что такое? Все, Макс еще не пришел. Он сам вышел. Мы его взяли. Он не кусается. Вот он, ему все интересно, он бегает. Так вот, вот так. Он там висел прямо на потолке. Я его с потолка сняла. Ты все, ты такой шустрый. Давай. Маленький Рики. Ой, ты куда? Ты куда он собрался? Давай, иди туда. Себе иди. Он хочет наверх, вот сюда. Вот ты какой. Я не знаю, как он достает. Потому что он достает. Вот так. Смотри, смотри. Вот так. Вот он что делает? Ой, нет, мама уже упадет. Он одну рукой сдержал. Вот так вот он достает. Ой, ой, зацепился, зацепился, зацепился. Ой, сейчас он упадет. Ой, осторожно, осторожно, в воду сейчас упадет. Мама, еще. Нет. Смотри, что делает, да? Нет, мама, если он сейчас в воду упадет. Нет, не упадет. Смотрите. Только не воду, только не воду. Делает, да? Это вообще... Развлекуха. Да вообще хомяк. Хомяк, ты спортсмен просто, а? Я вообще в шоке. Ты спортсмен. Нет, сейчас он упадет. Да. Опа-ля. Все, давай переставляй. Бойся. Чуть никогда хомяков не держала, что ли, ё-моё. Кики, да, а его ну, нет. Ну, так Кики тоже быстрая. Не, не такая, как вот у него с этой стороны мокрая шерстка. Он прям головой в чашку упал. Маленький. Да лазил.
Малюсенький. Видите? Видите, как он упал? Смотрите. Смотрите, вот он висит. Видите? Темный. Бедненький. Смотрите. Мамочка, Бонька его не хватит. Прям в чашку головой это вообще. Надо убирать оттуда чашку. А куда убирать? Он в любое место может упасть. Он же по всей клетке, по всему потолку ползает. Ксюша взяла у папы компьютер. Я даже тут не могу играть в Fortnite, оно не работает. Не работает? Не могу включить, не знаю почему. Я Маргарита. Ну завтра даже... поедем с папой, возьмем Каунт. Монитор, посмотрим. Вот такой большой надо? Вот этот плохой, да? А? Вот этот плохой не работает. Да, вот этот. Угу. Пончик, ты мой пончик. У него наклейка на шерсти. Откуда у него наклейка? Ой, какой-то там смайлик. Так, все, вот Маргарита. Две коробки. Собрала полные. Вот эта полочка почти пустая. Тут. Это все выбросить или что? Нет? Нет. А эту полку освободила? Ой, эту тоже освободила. Полностью. О-о-о. Замечательно. Я знаю. Молодец. Все, давайте спать. Спокойной ночи всем. Да, Бонь? Неправильно спала. Почему? Я только сейчас после школы мне заболело. А что ты делала в школе? Ничего. Турна? У нас турна? Не было сегодня турна. Ну я не знаю, что у нас у тебя болит. Только... Может быть, плохо спала сегодня? Нет. Я вот тут сплю, а не тут. Ну хорошо, тогда не знаю. Давай, иди спи. Каролина уже зубы чистит, да? Нет, она своего бэбика моет. Она сегодня подружке на день рождения подарила такого же. Ей понравился? Да? Так а тут помыть немножко. Угу. Хорошо. И не давай. Стирайся. Зубки чистить. Пельмень. Рики, ты пельмень. Вот ее жопка. Спокойной ночи. Собаку выгулила? Да. Молодец. Пока. Всем пока. Мамочка. Давай, ты неправильно кофту надел задом наперед, поедешь в огород. Давай, переворачивай ее быстро. Все, всем пока, ребятки. Пока-пока. Да? Да.